Всем привет, друзья! Сегодня расскажу о крутом способе, как вести трансляции на Twitch и YouTube одновременно, при этом имея разное разрешение и разный битрейт с помощью нашей любимой программы OBS Studio. Сразу скажу, что это не рестрим, и платный XSplit тут тоже ни при чем. Итак, сразу к делу. Не хочу затягивать этот ролик, а то скажете потом, что воды много. Сразу скажу, что делать, и покажу, как это работает. В общем, переходим по ссылочке на Яндекс.Диск. Здесь будет папка «Плагин OBS». Нажимаем «Скачать». Здесь у нас будет в этой папке два файла «Data» и «OBS Plugins». Далее кликаем по нашему ярлычку «OBS», кликаем на расположение файла, либо так можно найти в «Program Files». В любом случае нам нужна корневая папка «OBS». Далее копируем все наши папочки, которые скачали, и переносим их с заменой в нашу корневую папку. Все, окей. Далее запускаем OBS и видим, что слева у нас появился множественный вывод. Что это такое? Множественный вывод — это возможность делать несколько платформ, на которые можно ставить любое разрешение, любой битрейт, любой способ вывода вообще, то есть все что угодно. Как это работает? В общем, у вас здесь будет пусто, все. Вы делаете «Добавить новый вывод». Добавляете новый вывод, например, это будет у нас Twitch первый. Далее вставляем RTM сервер. Что такое RTM сервер? Это сервер, к которому вы будете подключаться, через который у вас будет идти поток. Если кто не знает, сервак можно посмотреть вот здесь, по этой ссылочке. Я ее тоже вам прикреплю. Вот, у меня это Стокгольм. Либо можно проверить через программу Twitch, что-то там как-то называется. В общем, не суть. Важно, разберетесь. Ссылочка должна выглядеть вот так. Все, копируем эту ссылку и вставляем сюда. Далее здесь вы вставляете свой ключ от трансляции. И здесь все самое интересное начинается. То есть вы выбираете кодировщик. В моем случае это NVIDIA NVENC New. Далее выбираете разрешение 1920 на 1080. Вот, выбрали это разрешение, либо другое, с каким вы хотите разрешением стримить, без разницы. Единственное, что нужно, иксик у вас должен здесь быть обязательно английский. Английской раскладки. Иначе работать не будет. Выбираете битрейт 6000 максимальный на Twitch без партнерки. И ключевые кадры ставим 2. Все, нажимаете ОК. У вас появился Twitch. Далее добавляем другую платформу, в моем случае это YouTube. Делаем все то же самое, добавляем RTM сервер. RTM сервер на YouTube появляется тогда, когда вы создаете трансляцию. Там разберетесь, найдетесь. Далее вставляете ключ также. Ну и я беру настройки здесь уже из OBS, потому что YouTube — это основная платформа, куда я веду прямые трансляции. Так, все, в принципе, просто. На YouTube я стримлю 30к битрейт, максимальное качество, хайд стоит, и видео стоит у меня 2к. Вот, поэтому очень просто все это настроить. Нажимаете «Запустить трансляцию» и жмете «Старт» и «Старт», и все. Надеюсь, этот метод вам очень понравится, так как, во-первых, он абсолютно бесплатный, во-вторых, не нужно качать какие-то сторонние программы, потому что все плагины, все ништячки выходят именно на OBS. Вот, поэтому по традиции не забудьте поддержать жирным лайком, подписочкой, ну и колокольчиком. Вот, всем хорошего дня и пока!